Живы традиции Руси. Под таким названием создавался детский фольклорный ансамбль. Кристина даже не предполагала, что интерес к народному творчеству будет настолько велик. Это наше традиционное, это наше культурное наследие, это предками спокон веков передавалось из уст в уста. Поэтому, когда люди слышат свой фольклор, слышат песни, пляски, инструменты традиционные, конечно, всем хочется спеть, сплясать и приобщиться. Коллектив еще достаточно молодой, но за плечами у артистов уже несколько полновесных работ. Осенние и рождественские колядки – два спектакля, в которых рассказывается о традициях и обычаях русского народа. Каждый народ именно и жив тем, что он помнит свои испокон веков зарожденные традиции. Если у нас традиции существуют, значит и народ существует. Численность труппы с каждым днем увеличивается. Идею подхватили и взрослые. Сначала они приводили на занятия своих детей, а теперь и сами стараются не пропускать ни одной репетиции. Очень мало сейчас таких коллективов, которые именно возрождают традиции, те обычаи. И вот именно Кристина, у нее, наверное, есть такая по судьбе линия, что она должна эти традиции возродить. Сейчас уже полным ходом идет подготовка к масленичным гуляниям, а там не за горами лето с песнями и хороводами вокруг костров. Но всему свое время. В планах руководителя поставить все праздники народного календаря. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».